Здравствуйте, уважаемая публика. Мне очень приятно, что сегодня такое большое количество поклонников музыки пришло в замечательный рок-клуб TNT. Хочу сказать, что Кристоф Годин как бы специально приехал и по нашему приглашению, и по своему желанию на праздник, который мы придумали, Гитарлен, 5 лет шумим вместе. Это 5 лет мастер-классов, которые я устраивал вместе с Гитарлендом. Все началось в далеком 2009 году с Сергея Батракова, группа «Тараканы», потом Кристоф Шнейдер, Рамштейн, Денис Чемберс, Владимир Масюк сегодня будет играть, Алекс Хатчинс, Владимир Ткаченко, совсем недавно Рон Тал был и так далее, всех не перечислишь. Сегодня вечером начнут по нашей замечательной традиции два акустических гитариста, это Ярослав Макарич. Они как бы представляют молодое поколение и взрослые. Затем уже наш именитый человек, это Владимир Ткаченко, вот, которого чуть попозже встретимся. Потом выступит наш гость Кристоф Годин. И в конце огромный сюрприз, целая плеяда белорусских музыкантов, очень крутых, вместе поиграют с Годином на этой сцене. Для вас там будет такой джем-концерт. Итак, встречайте, Ярослав Макарич.
Ярослав Макарич. Белорусь, как и хочется сказать. Это наше, как это называется, ну, финансы лежат, как это, золотой запас, вот, натуральный. Генофонд, да. Я бы сказал, Ярик фонд. Итак, от молодого поколения переходим к более старшему. Встречайте, Владимир Ткаченко. Thank you.
I'd like to say it's a big pressure for me to play after those two fantastic players, because you know it was amazing listening to those two guys, and well, it was a blast. Thank you very much. Сейчас мне очень тяжело играть, потому что до меня играли два замечательных музыканта, поэтому на меня накладывается дополнительное давление, поэтому я хочу поблагодарить этих музыкантов, они правда очень хорошо играют. This is definitely something I can't do, so I'm impressed. Они делают то, что я никогда бы не смог сделать, поэтому я впечатлен. Спасибо. So, well, thank you. So I was supposed to say привет, друзья. I'm doing my best. I'm, you know, French people most of the time really suck at foreign languages. Я пытаюсь все-таки что-то сказать, но обычно французы не очень хорошо знают иностранные языки. So, I'm really sorry, but my Russian is very poor. So. Извините, пожалуйста, но я очень плохо знаю русский язык. So, it's supposed to be a master class, and I guess it's just a very cool moment of music that we will share, you
and me, and of course the wonderful players who are going to be there afterwards. Сегодня должен быть мой мастер-класс, но я думаю, что мы сегодня сделаем этот мастер-класс таким музыкальным вечером. Мы поделимся музыкой. Я с вами, вы со мной. So, although I look very ugly, I'm a very kind person, so if you feel like you want to ask questions at any time, you're welcome. Хотя я не очень хорошо выгляжу, я достаточно добрый человек, поэтому если у вас какие-то есть вопросы ко мне, вы всегда можете их задать. So, just first of all, to introduce myself, I'm going to play a song. And I would like to dedicate this song to Oleg and Slava, who took such good care of me, and to Nastya, who is my Belarusian voice tonight. Итак, первую песню будет как представление меня, и она будет посвящена Олегу и Славе, которые очень хорошо обо мне позаботились за последние полтора дня. Ну и Анастасии, то бишь мне, которая будет сегодняшним моим русским голосом. And here we go. Thank you.
Спасибо большое. All right. Thank you very much. I'm a very not educated guy. I would like to thank the man who's doing the sound, but I don't know the name, so I'm really embarrassed. What's his name? Я не очень образованный человек, поэтому в плане звука я хочу поблагодарить звука режиссера здесь. What is your name? Как зовут? Gleb. This is very complicated for me. So thank you, Gleb. Thank you very much. Спасибо вам большое. Give the big hands to the guy. Thank you. Thank you. So, I don't know whether Belarusians are shy people or not, but if you are not too shy, the cool thing would be that you ask some questions, because I guess most of you are musicians and maybe guitarists. Who is a guitarist here? Raise your hand. So everybody's a guitarist, so we're in good company. Oh, somebody has a question. Yes. Oh my God, I guess it's going to be a tough one. Excuse me, beautiful my darling friends. I think I'm not stand up. What was the question about? Night time. Я буду там. It's before my friends. You're supposed to understand. Yes. He told that he would be there 9 times. Yeah. You will be there? 9 times, up to you. Oh, okay, so you're welcome. I will warm up the place for you. All right, that's not a question. Очень хороший вопрос. It's just a statement, and I respect that. Это скорее утверждение, да? Очень хорошее утверждение. Спасибо. So, oh, you are a shy people. Oh, yes, there is one hand raised over there. They're very big. No, just kidding. It's 10 to 52, but I am tuned a whole step down. 10 to 52. And I'm tuned in D. Da. That's the Nero impersonation. Whatever you say, I agree with that man. Все согласны с этим человеком. So yes, it's 10:52, and I'm gonna hold a step down. Down. 10:52 на тон ниже. Oh my God! I thought there would be tons of questions. Yeah, the man with the nice pajama. Well, it's actually pretty nice. So, Mr. Godin, welcome to Belarus. Thank you very much. Nice to have you here. Well, I'm so happy, really. I have quite a hard question. I've seen a couple videos of you on the YouTube. Uh-huh. It's the first time I understand Russian that good. Well, just like the other guys. Okay, great. Russian, so. But the question is quite complicated. Oh. So, you told a couple times that you're not into the shredding a lot. I don't think so, yes. Yeah, so you're more into the melody. I'm trying to. Yeah. I fail sometimes. So the question is, how do you approach the melody? How do you approach the harmony? And, for example, let's say, how do you pick up, let's be more precise. How do you choose the chords for a specific song? It's a tricky question. Maybe you want to translate first? Да, в общем, вопрос заключается в том, как Христов выбирает аккорды для своих мелодий, для своих песен. Гармонию. Гармонию, да. How do you choose chords? Yes. So, first of all, a very important thing. I'm not the only guy composing that music. It's a band effort. So I'm not the one who's picking up the chords. This is more of a band effort. It's very important. Во-первых, следует отметить, что я не единственный человек, который сочиняет эту музыку, потому что мы это все делаем в своей группе вместе. But personally, when I compose a part of a song, I really, and I swear by God, it's the truth, although I don't believe in God, so I don't care. I swear by God, I don't try to make it intentionally. I mean, I'm not trying to write down chords.
I'm really trying to get things that are in my head, and that's why I was talking about melody, because most of the time this is something that really comes out of my ears, out of my heart, out of my brain, and I'm trying to put that on a guitar. Обычно я клянусь Богом, хоть я не верю в Бога, я не записываю аккорды, я пытаюсь выразить то, что в моей голове, то, что в моем сердце на гитаре. And when it comes to, well, I guess your question was also about soloing, the difference to me between shredding and playing melodic, it's not in the way of playing fast or slow, it's more having control of what you want to really play. A lot of people, a lot of guitarists are playing with their fingers, and of course, each of us, we already have played like chops, licks that you have practiced and that you know pretty well. But what I'm trying to do is really to relate all those guitar vocabulary to something I hear in my head. Самое важное состоит в том, чтобы выразить все то, что у меня есть в голове, на пальцах, и выразить в той технике, в том гитарном словаре, вокабуляре, который существует, выразить в нем все то, что у меня есть на сердце, и все то, что я хочу выразить в своей музыке. For example, I will give you a kind of an exercise or an example of what I'm trying to do. I just put wherever, I don't really look at my neck. So this is the note here. So we're trying to sing in, well, it's easy. Everybody can do, can you do that? Okay, all right, whatever, I can do it. So what I'm trying to achieve is, without looking at my guitar, if I have a melody in my head, I'm trying to build that melody from that note. Without having to think about what fingering I'm in, what kind of shape of scale I am in, just trying to go with the intervals that I hear in my head. So it starts, do you want to translate yes, this first? Please, yes. Okay. Во-первых, да, я хочу сказать, что... I'm sorry. No, I'm just trying to do as if you were talking and that was my voice, I'm sorry. Я сначала слышу мелодию в своей голове. Okay. Я сначала слышу мелодию в своей голове и не смотрю на гриф, я не смотрю на гитару и пытаюсь выразить эту мелодию, начиная с той ноты, которую я слышу в своей голове. So I guess at first one of the exercises that are very useful for achieving that kind of thing, although you never really achieve that because there is always some kind of a barrier between yourself and the guitar. But every time you work on something new, for example, I'm working on a C major seventh chord. I'm trying to sing along, and relate that fingering to something I really hear in my head. And little by little, it's got to be the other way around. The things I have in my head will come clear as shapes on my fretboard. Когда вы работаете над чем-то, над какой-то мелодией, которая у вас есть в голове, вы выбираете тональность изначально и потом уже строите, пытаетесь выразить, опять же, то, что у вас есть на вашей гитаре. И в конце концов оно складывается в ту мелодию, которая у вас есть, и потом уже вы смотрите на конечный результат, на те аккорды, на ту мелодию, которая у вас получилась на гитаре и которая была основана именно на том, что изначально было у вас в голове. So I don't know whether I replied to your question, but at least I gave some ways of the you know, the way I'm thinking about that. And most of the time when I'm improvising, I try not to look at my neck too much, just to, of course, I can go wrong at some point, but who cares? I mean, it's supposed to be live music, you see what I mean? Everything I'm playing tonight is improvisation. So sometimes you will hear some mistakes or whatever, but I don't care about that. It's just like talking. Да, изначально я не знаю, ответила ли я на ваш вопрос, но, по крайней мере, я дал вам некоторую идею о том, как у меня это происходит, сочинение музыки. И когда я импровизирую, я стараюсь не смотреть на гриф. Конечно, вы можете здесь все услышать какие-то ошибки у меня в моем исполнении, но, тем не менее, кого это вообще волнует? Я играю музыку, я импровизирую, и это то, что я делаю. Спасибо. Thank you for your question. And once again, please, please, please make it as interactive as possible. Yes, a tall guy with a big hand. I saw you play and I came to the conclusion that you really understand that it's not only the way you play, but it's
actually the way you look to and the way you move to. Did you practice that? In front of a mirror, you mean? Вы практиковали свои движения и свое выражение лица перед зеркалом, может быть? Well, to be honest, I guess part of it is true. I mean, when I was a kid, I can still remember myself. I wasn't even playing the guitar, but I wanted to be like Angus Young, you know, wearing that guitar like that and do this. And it kind of became natural to me to consider that music is like talking. I mean, if I talk to you and I want to be, you know, somebody lovely, my physical behavior will be different as if I was, you know, into fighting with you. And I think it has to be the same with music. It has to be related to the way your body moves and the way you interact with the music and the way you express yourself as a musician. Когда я был ребенком, да, я тренировался перед зеркалом, и еще когда я даже не играл на гитаре. А сейчас, да, сейчас мне кажется, что мое выражение лица и мои движения — это то, как я хочу выразить себя. То есть вы, конечно же, не будете иметь одинаковое выражение лица, когда вы хотите быть милым с кем-то или когда вы хотите ударить кого-то. То же самое в музыке. Это зависит от того, что я хочу выразить в своей музыке. I didn't know I meant something that long. All right. So I can't see myself doing, you know, like, for example, this, and be at the same time like... Or in the other way around, being like... It doesn't make sense in a way, so it has to be, you know, there has to be some kind of a balance in what you look like. Тому, как я выгляжу, поэтому я не могу сделать очень тяжелую мелодию с очень милым, дружелюбным лицом. And I'm in the everyday life, I'm somebody really talkative. I'm somebody who likes to talk, likes to, you know, be humorous and things like this. And I guess that music and to me playing guitar has to be like a way of expressing myself. So it has to be like me. So it's not just, you know, looking at yourself in front of a mirror and do, oh, I look cool when I do that. It's more like, you know, you're trying to be yourself when you play and connected to what you play. В повседневной жизни я человек очень разговорчивый, у меня достаточно хорошее чувство юмора, я всегда пытаюсь шутить с людьми, поэтому я пытаюсь соответствовать и на сцене своему образу и своему ощущению. Не то чтобы я стою перед зеркалом и смотрю, как же я буду выглядеть круто, в каком положении. Я пытаюсь просто выразить то, как я себя чувствую. Well, I know it's very personal, but maybe you do have any tips or tricks for other guitarists. I guess, first of all, you have to think about who you're playing to. I mean, music is not just for me. I'm not playing for myself. I'm trying to play for people. And I guess the more you think about how people are going to get what you're playing, the more you interact with them. And sometimes I just like to look at people in the eyes when I'm playing, because I think it's a mark of respect that you put people into what you do. And then you're not just like playing for yourself and, you know, be like this and nobody cares about, you know. I don't know whether it makes sense and you understand what I mean. Что касается советов, которые можно дать гитаристам, первое — это музыка не только для вас. Вы не можете играть себе и при этом показывать, какой вы крутой. Вы должны играть для людей, которые вас слушают. Вы должны учитывать то, что им нравится. Я иногда даже стараюсь смотреть людям в глаза, для того, чтобы они лучше понимали, для того, чтобы показывать таким образом свое уважение к моему зрителю. I will tell you something you might be surprised about, but when I was a kid, I was a very shy kid, and the guitar really opened up my way of expressing myself and interacting with people. And I guess, well, some of you maybe don't dare to be themselves when they play guitar because they are still a little shy. But I guess when you listen to music and you see someone playing music that really looks like what it sounds like, I guess it's a good, you know, it's a good way to provide pleasure and interaction to the others. Возможно, это вас удивит, но когда я был ребенком, я был очень скромным человеком, и гитара — это то, что меня открыло. И, возможно, многие из вас остаются скромными людьми, когда играют на гитаре и не могут выразить себя, но подумайте и поверьте в то, что человек, который играет на гитаре, когда он выглядит похожим на то, что он играет, когда он выражает сам себя, то правда, это еще один способ доставить вашему зрителю дополнительное удовольствие.
Yeah. Okay. You again. Yeah. Next question. If you could rewrite the history and could take ownership of three ribs, what would they be? Of three what? Of ribs. Three what? Three ribs. Ribs? Ribs. Guitar riffs. Riffs, I'm yeah. Sorry. And you could make them all your own. What would they wow, be? Wow, that's a tricky question. You're the tricky guy of the night. Hey, let me think about it. Let me think about it. I will probably take 5 minutes alone from Pantera. You know? That's a very good one. I think I would take... That's a trick, I never thought about that. Do you know that band from the 90s? Oh, sorry. Do you know that band from the 90s called Rat? Yeah. Yeah. Do you know the song Lay It Down? I'll probably take that one. I can't remember how to play it. Yeah. That's a pretty good riff. And what else? Maybe if I want to have something that is more like evil, I would take like Black Sabbath. Black Sabbath. Something like that. There are so many of them, so many. Yes. Здравствуйте еще раз. Хотелось бы вас узнать. It's funny, I don't understand now. No, go ahead. Sorry. Что вам больше всего понравилось у нас в Беларуси и что может быть больше всего впечатлило? Well, actually, I'll tell you something. I work in Switzerland and Belarus. Is probably the cleanest country in the world, and I love that. And to be serious, people are very, very friendly. I mean, we just met yesterday with Oleg Slava and Nastia, and you know, it was so easy to interact with everyone. And I guess this is something that really made me comfortable, so I really appreciate it. And I can feel that right now. Если серьезно, люди очень дружелюбные. Вчера я гулял со Славой, с Олегом, они очень легки в общении, и я сейчас тоже чувствую себя как дома, я чувствую себя комфортно, потому что здесь, кажется, также собрались очень дружелюбные люди. Sergio! I thank you, I thank you. Yes! Somebody in the back over there. Shh. Can you play a football song today? The what? Спросите, можно ли сыграть the dance of the fat boy? Oh, dance of the fat boy. Wow. I haven't played that song for, I don't know, like 2 or 3 years. Я не играл эту песню уже 2 или 3 года. But for you, I can try it. Но для вас я попытаюсь это сделать. Do you want me to play it right now? So please, be very, very, very gentle with me. If I go wrong at some point, I didn't rehearse that one, so I might go a little wrong here and there. Пожалуйста, простите меня, если я что-то сыграю неправильно, потому что я ее не репетировал, поэтому заранее прошу прощения. Please, all right? To dedicate that song to a very special that is here with me. So Elodie, c'est pour toi. Я хочу посвятить эту песню очень особенному для меня человеку Elodie. I hope it's here. Oh yes, it is. My God. Thank you.
Спасибо. I'm sorry for the little mistakes here and there, but it was almost that. Прошу прощения за ошибки, но это почти то, что я хотел сделать. Почти правильно. You recognize the song? Вы узнали песню? Okay, good. I'm sorry, I'm out of tune. Извините, у меня немного расстроилась гитара. So, new strings. Новые струны, поэтому. So, does somebody else get a question? Yes, you do. The man with the camera. You told that when you were a little boy, you were trying to look like an enthusiast. Yes. I failed. When you grow up, start to play the guitar like a elf, there was a little fail. Or maybe mistake of you when your wire made you fall and play like an enthusiast. What do you mean? No, but actually, I'm sorry, but I didn't really get the point. I'm sorry. I told the story that Angus Young fell because of the wire. Ah, and you mean it fell? To spin on the scene. All right. Did you do this? Well, actually, well, maybe you want to translate the question? Okay. If you can. Yeah. What do you mean fell with the wire? Well, he had a cable around his fell. Да, я слышал историю, что гитарист Гусян запутался в проводе. Ангусян запутался в проводе. Запутался в проводе и упал. У вас когда-либо случались такие же истории? So you can ask. So actually, yes, I have one story a bit like that, but it's not exactly the same kind of story. I was a young boy. Yes, I was a young boy. And at the time I had very long hair. Yes, I had very long hair. Please translate, but use the same voices as I do. У меня тоже есть история, она правда не такая же, как была у Ангусяна. Когда я был очень маленьким мальчиком. That's not bad. И у меня были длинные волосы. Да, у меня были длинные волосы. Right. So I had a heavy metal band at the time, and we were doing that kind of a competition, band competition, all right? Я тогда участвовал в одной группе, heavy metal группе, и мы соревновались. Мы участвовали в соревновании групп. And I don't know for what reason, but I took a very short cable like tonight. И я не знаю по какой причине, но тогда я взял очень-очень короткий провод. And when we arrived on stage, we had that big Marshall stack that was like 2 meters high, right? И когда мы вышли на сцену, там был очень высокий стэк, 2 метра высотой, около 2 метров. So I was there in my little corner next to the amp, so I just plugged it like that. Поэтому я стоял в самом углу возле этого стека и не мог отойти с места. But at some point I just wanted to make it entertaining and to be like a guitar hero, you know? Но в какой-то момент я захотел стать героем гитары, гитарным героем и сделать мое выступление более развлекательным. So the bass player was where Nastya is standing right now. Бас-гитарист стоял там, где я, собственно, сейчас стою. And I just wanted to run to him, just to make something happening. И я хотел просто подбежать к нему и сделать представление какое-либо. So here I go and I run to him. Я подбегаю к нему. With my hair in the air. Волосы мои развиваются в воздухе. But in the middle of my way, I'm stopped because my cable was so short that the amp just resisted. It was like. Но в середине моего пути я останавливаюсь, потому что усилитель не позволил мне идти дальше. But nothing could be put in my way to the bass player. Но ничего не могло стать на моем пути к бас-гитаристу. So I didn't notice that something was just, you know, resisting. So I just. Поэтому я даже не заметил, что что-то было не так. Я просто потянул за провод. And the Marshall just fell. И усилитель просто упал. So instead of hearing. Вместо того, чтобы услышать такое. You heard something like. Услышали что-то типа такого. End of the story. We looked silly, but we finally won the competition. В конце.
It was my first record deal, so it's just sorry to remember. И мы подписали первый контракт на запись, поэтому очень хорошо запомнилась эта история. So that's now why I'm standing in the middle of the stage with a longer cable. Поэтому я сейчас стою в середине сцены, и у меня более длинный кабель. End of the story. Конец истории. One more. Oh yes. What's your favorite? Maybe it's a bad question. Three favorite bands or three bands that most influential bands? Yeah. Какие ваши три любимые группы и группы, которые на вас больше всего повлияли? It's not easy because are you talking about the band that influenced me when I started or still my favorite band right now? Это очень сложный вопрос, потому что что вы имеете в виду? Группа, которая повлияли на меня в самом начале пути, либо сейчас? Just three bands that you can tell right now. Well, Pantera, AC/DC, Van Halen. Okay, thanks. Easy. May I ask a question? Yes, sure. It's a very important question for a rock guitarist. Is it possible to have a beer? Можно пиво, пожалуйста? I'm not laughing. I just want to have a beer. Это не шутка, я просто хочу выпить пиво. Everybody's like, is it possible or not? Можно, oh, пожалуйста? That's so fast. Thank you very Очень much. Очень быстро, спасибо. Well, actually, this is your beer, right? Но это ваше пиво, правда? Это ваше пиво? Well, thank you very much. Cheers. Будем. На здоровье. So are you having a good time right now? Вы хорошо сейчас проводите время? Yes? Yeah! Make some noise, bloody blenderation! Good. So do you want me to play another song or is there somebody who wants to ask a question? Если сыграть еще что-нибудь или вы хотите задать вопрос? Play a song. Shut up and play a song.
was to make a lot more noise! You're supposed to be barbarians from the east. All right? Вы должны быть варварами востока. Oh, that's a very gentle barbarian. Oh, we're gonna kill you now. Это очень нежный варвар. Мы тебя сейчас убьем. A gentle barbarian. Очень нежный. Cheers, everyone. So, yes! Yeah, I think when you improvise and sing along to your guitar, your singing is quite impressive. Did you take any vocal lessons? Oh, well, maybe you want to translate this? Mm-hmm. Вы, когда импровизируете, вы выглядите очень впечатляюще. Нет, вы поете вместе. Вы поете, когда вы вместе поете и играете, вы выглядите очень впечатляюще. Не могли бы вы дать нам урок того, как это делается? So when I was very young, when the earth was just rock, I took singing lessons from a teacher to sing in a choir. Много лет назад, когда я еще был молодым парнем, я брал уроки вокала. And although I have a very shitty voice, I've always sung whatever was coming to my mind, and I guess that really follows me, from day one. So that's why it's so connected. Хотя у меня никогда не было красивого голоса, я всегда сопровождал свою игру своим пением. Именно поэтому они сейчас стали неразделимы. But I guess it is definitely. I'm serious now. It is very important that your voice is connected to your instrument, whatever instrument you're playing, because there is always. I don't know whether it will make sense what I'm trying to explain, but I have students in the school where I teach in Geneva, and most of them are guitarists. Но если честно, если серьезно, я хочу сказать, что всегда голос должен быть тесно связан с инструментом. У меня есть несколько студентов, учеников, которые обучаю в Женеве, и они гитаристы. And most of them are like two different people. There is the guitarist who plays, you know, the regular. But when you're under your shower and you sing along, you don't do. You don't sing that kind of things. Но большинстве этих людей сочетается два человека. Один гитарист, который играет вот так, как он показал. Но будучи в душе, вы же не можете спеть такую мелодию, вы же не поете такую именно мелодию. All right. But you have something else in your head. You have another kind of music. And I guess my job as a teacher is to try to make those two different people meet. I mean, there is some kind of a bridge that has to be built up in between the guy who sings something that is in his head and the guy who's playing an instrument, and they have to meet at some point to make it really something personal. Когда вы поете в душе, вам в голову приходят какие-то мелодии, которые вы, в принципе, воплощаете. Моя задача как учителя — соединить и познакомить этих двух людей. Один человек, который играет на гитаре, и человек, у которого в голове крутятся какие-то мелодии, которые их исполняют в душе. So there is a very simple exercise you can do. You just take a chord progression, you just, you know, play it on the computer or whatever, and you sing along what you really hear in your head, and you record that, and then you try to play on the guitar what you just sung, and you will hear yourself way better than the guitarist that you are. Если есть очень простое упражнение для того, чтобы представить этих двух людей друг другу. Вы что-то поете, напеваете то, что у вас есть в голове, записываете это, и потом пытаетесь сыграть это на гитаре. That's very easy thing to do, but it's very important. Это очень простое упражнение, но это очень важно делать. Yes, my good old friend. Мой старый друг. So, continuing the topic, do you play any other musical instrument? Well, I mean, I've seen like a keyboard player in the Dream Theater, and I'm starting to question if... I am Jordan Rudess. No, I'm not. Вы играете на каких-либо других музыкальных инструментах, кроме гитары? No, actually, I can play some chords on the piano, I can play very simple beats on the drums, I can play the bass decently, and I think I'll play a little bit of mandolina, which is the instrument my mom was playing, and that's about it. Do you take any inspiration? Oh, I listen to a lot of other musicians, and for example, I take a lot of the vocabulary from the saxophone players.
a lot. Not all those. I'm sorry. Go ahead. Я умею играть немного простейшие аккорды на клавишах. Я умею играть на барабанах, на бас-гитаре. Я могу играть вполне достойно, и я могу чуть-чуть играть на мандолине, потому что моя мама играла на мандолине. А что касается вдохновения, то большую часть своего вдохновения я беру от саксофонистов. For example, you know all those runs where I'm using semitones like. This is very like saxophone bebop players or bebop saxophone players, you know, with a lot of chromatism. That's really saxophone-ish. В вдохновение для подобных хроматизмов я беру именно саксофонистов, и такая игра действительно звучит как что-то вдохновленное ими. Thank you very much. Thank you for the saxophonist. Yes. На русском. Sorry. Okay, go ahead. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что, на ваш взгляд, может помочь сегодня современному гитаристу стать мастером и профессионалом не только одного жанра или музыкального стиля, а развиваться сразу в нескольких течениях, чтобы, ну, не, помимо того, что надо много заниматься? Нет. Let's think of something very simple. You take a classic rock. You take, for example, Hotel California, something that everybody knows, all right? And you try to impersonate the fact that this band is not an American band, but for example, it's a, it's a South American band. Давайте возьмем простой пример. Вы берете Hotel California и пытаетесь изобразить, как будто это не североамериканская группа, а южноамериканская группа. So, for example, you know... Okay, no, everybody knows that song, right? Все знают эту песню, правда? But instead of playing it, you know, the regular way, like... You can try to pick up a rhythm figure from Bossa Nova and try to play like... By doing this, you kind of step in another world, and you start to mix together different influences, like your regular Western influences, to something that is a little more South. И вы берете просто эту мелодию, которую все играют обычно так, как вам показалось сначала, и применяете там ритмические фигуры из босанова, например. И она начинает звучать по-другому, вы вступаете в какой-то совершенно иной мир, и вы пытаетесь играть эту музыку не так, как ее играют на севере, например, а так, как играют на юге. And actually, the big change that I have is I've been raised in a family where my mother was listening to she was a classical music player. My sister was listening to pop rock, and my brother was listening to jazz. And all day through, there would be music running on, and there was no barrier in between jazz, rock, classical. And to me, it was just music, and I've been kind of, you know, bathed in that kind of a culture. Мне очень повезло, потому что я вырос в такой семье, где мама — это классический музыкант, сестра моя слушает поп-рок, а брат любит джаз. Поэтому для меня никогда не было отдельных стилей в музыке. Для меня была просто музыка, и я, так скажем, постоянно мылся в этой музыке в разных стилях, и поэтому на меня оказали влияние они все вместе. And for example, I would give you a very easy example to think of. With my band, which is a trio, we love to take rock standards and turn them into something different, because I think it's a good way to pay tributes to a very good song, to play it in another way, just to prove that it's a good song. Я приведу простой пример. Мы с нашей группой, нас трое, мы трио, мы берем часто стандартные мелодии из рока и очень известные песни и пытаемся их играть в разных стилях, что еще раз доказывает, что эти песни очень хорошие. So I guess it's a song that everybody knows, and we might play this in the jam afterwards,
but we're not going to play it that way. So I guess you will recognize that. If you feel like you want to clap your hands to the beat of that song, you might like it. Есть песня, которую мы будем играть во время джема. Вы ее узнаете, но мы ее будем играть не так, как обычно ее играют. Not easy to recognize in the first place. Не очень просто узнать сразу. Questions at the same time. Girls first. And can you sing your favorite song for us? Can I sing what? Your favorite song. My favorite song. Wow. Не могли бы вы исполнить свою любимую песню для нас? Actually, my favorite song is a Joe Jackson tune, but I can't really sing it because I never did. What would be my favorite song? I don't know. Wow. Aux Champs-Élysées by Joe Dassin. No, just kidding. We talked about that yesterday. I don't know, what song can I sing to you? That's a tricky, I don't know. Yesterday, all my troubles seem so far away. I can't remember the word. Now it looks as though they're here to stay. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. While she had to go, I don't know, she wouldn't say. Yes, the man with the big hand. Скажите. Человек с большой рукой, пожалуйста. You translate everything. Гитары, на которых вы играете, есть какие-то к ним особые претензии, требования? Ну или так, лишь бы не дрова. Oh, actually, talking about that specific guitar, this is a French brand. And this is my signature model. Я расскажу вам про ту гитару, которую я держу в руках. Это французский бренд. Это моя именная модель. So it's been especially designed for me, by me,
Она была специально разработана для меня. Я участвовал в разработке ее. In collaboration with Vigier Guitars, which is a very famous French brand. В сотрудничестве с очень известным французским брендом Vigier. So what I asked about that guitar is that it needed to have a neck that was a little thicker. Когда я рассказываю о своей гитаре, первое, что я упоминаю, это более широкий гриф, который был разработан специально для меня. It needed to have very high frets. Очень высокие лады также он должен был иметь. Sorry, my Russian sucks, so I don't understand what you're translating. I wanted it to be a little heavy. Я хотел, чтобы корпус сам был немного тяжелее. And it had to look cool. И она должна круто выглядеть. So I designed a silly cartoon here, and well, it became my baby. So that's the guitar I'm using the most. Поэтому я разработал весь дизайн, и эта гитара стала уже почти моим ребенком, поэтому я ее очень люблю. So to me, something important about the guitar is that even when you don't plug it, it has to be powerful. And when you play it, it has to be comfortable for the left hand, because I'm playing a lot of legato playing. Очень важно, чтобы ваша гитара даже в неподключенном состоянии яркий звук имела. Это раз. И два, чтобы левой руке было удобно играть, потому что я очень много играю техникой легато. Tu vois, par exemple, Elodie, on peut jouer que de la main gauche. So just explaining to Elodie that she can play just with the left hand and it sounds good. Кристоф объяснял своей девушке Elodie, что он может играть только при помощи левой руки, и все еще это будет звучать круто. So Elodie now is going to be as famous as me in Belarus. Elodie скоро станет более известной, чем Кристоф здесь, в Беларуси. For Elodie, make some noise, please! We're moving to a next apartment next week, so it's very important. Мы переезжаем на следующей неделе, поэтому очень важно сейчас. Она для меня очень важна. I know you don't care. Я знаю, что вам все равно. But we're moving to Minsk. Но мы переезжаем в Минск. No. Just kidding. Сколько гитар у вас есть? Many. Много. I have 17 Vigier. У меня 17 гитар от Vigier. I have six acoustic guitars. У меня есть 6 акустических гитар. I have a bass guitar, but it's not more mine because Elodie stole it from me. У меня есть бас-гитара, но Elodie украла у меня ее, она больше не моя. I have a mandolina. У меня есть мандолина. I have a ukulele. У меня есть укулеле. I have a scooter. У меня есть скутер. I have three bicycles. У меня есть три велосипеда. I got an electric patinette. Okay, whatever. So I got about, let's say, 25 guitars. And I play them all. I mean, it's really not, I'm not a collector. I'm really somebody who plays those guitars. Я не тот человек, который собирает гитары, я человек, который на всех на них играет. Yes. Какое оборудование вы используете? That's English is very fast. Oh, my equipment is very, very, very simple. I have a Vigier guitar that I play into volume pedal. Directly into a Laney amp, and I'm just putting tonight. I just have a little bit of the reverb from a Zoom unit, and that's it. Easy. Мое оборудование достаточно простое. У меня есть гитара, у меня есть педаль, и у меня есть усилитель. So what you see is really what I'm using. It's very simple. Все, что вы видите, я все это использую. Это все очень просто. It is specially designed for small brain guitarists like me. Специально разработано для не очень умных гитаристов. Please play 70. All right, I do whatever I want. Я сделаю все, что вы хотите. I'm sorry, I don't have a playback for that. Извините, у меня нет голоса для этой песни. And that's it. I'm sorry, I don't have a playback for that song. Извините, у меня нет минуса, поэтому не могу сыграть сегодня. Do you want me to play another song? Вы хотите, чтобы я сыграла еще одну песню? Come on!
So no, I don't have that one too. I'm sorry. У меня её тоже нет, извините. But I know you, Belarusians. Do you say Belarusians? Russians? Belarusians. Belarusians are very romantic. Я знаю, что вы очень романтичные люди в Беларуси. So I'm gonna be playing romantic song for you. Поэтому я сыграю для вас романтичную песню. It's a song called Brutal Romance. Эта песня называется «Чистая романтика», «Крутая романтика», «Брутальный романс». Thank you.
That sounded good. You can do better. Hold on. That'll be enough. Вполне достаточно. So any more questions? Yes, somebody there. I have a question. Well, you're a great musician, so maybe, just maybe, you are a wise man also. Maybe I am. Now I have to ask you a question. Yep. What are the most important things? I'm sorry. Now you don't seem like a wise man. No, I am not. When I'm holding a beer, I'm like a child. I'm sorry. Go ahead, I'm sorry. What are the most important things that you have learned through the years, maybe about life, maybe about the music career or playing an instrument? Вы великий музыкант, и кажется, будто вы еще и очень мудрый человек. Чему вы научились за все эти годы, может быть, в жизненном или в музыкальном плане? First of all, and I'm sorry, I'm going to be serious for a few seconds, but I lost a lot of friends throughout the years who were, you know, great musicians and just, you know, killed themselves, committed suicide, or just died. And it's just that, you know, life is really something that can disappear in 1 second. So you get to enjoy it, and you get to, every time you're playing, you have to play just as if it was the last time. That sounds probably a little bit like, you know, romantic or whatever, but it's really the truth, and that's what I'm trying to do. Простите меня, пожалуйста, но я буду в данный момент серьезным на несколько минут. За свою жизнь я потерял очень много хороших друзей. Они либо покончили жизнь самоубийством, либо просто погибли, либо умерли, но были все очень-очень и очень хорошими музыкантами. И я научился тому, что жизнь достаточно короткая штука, и несмотря на то, что это может звучать слишком романтично, но я считаю, что когда вы играете, вы должны наслаждаться каждой минутой того, что вы делаете. One other thing is that try to be yourself. A lot of guys are copying other people who are trying to catch up a train of something that is trendy. But when you do that, you're always a little late. You really have to do your own thing. And when you get some, you know, recognition for it, it's much more valuable than something you just build up on a compromise. Старайтесь быть собой постоянно, потому что многие люди пытаются копировать других, либо пытаются следовать какой-то моде, но знаете, если вы будете так делать, вы всегда будете отставать, поэтому будьте самими собой, потому что только так вы сможете получить большее удовлетворение от того признания, которое вы получите именно за свою работу. And maybe the third thing and the last thing, don't be arrogant. Be gentle and respectful to people, because you can do something on a guitar and be a complete asshole and a complete lame person about everything else. This is just music. It has no much more importance than that. So that's important. И еще третья вещь, которая также очень важная в жизни, это не будьте, пожалуйста, высокомерными, будьте дружелюбными и уважайте людей, которые вокруг. Вы можете очень хорошо играть на гитаре и при этом быть полным ублюдком, поэтому, пожалуйста, уважайте людей и будьте мирными, дружелюбными, хорошими, открытыми людьми. I'm saying this, but it happens to me to be arrogant and to be an asshole, because this is something you say when you think about it, but in everyday life we all go wrong at some point. Everybody does. Я, конечно, это сейчас говорю, но знаете, я тоже иногда бываю высокомерным, бываю полным придурком, потому что мы говорим очень многое, но в жизни все могут оступиться, поэтому старайтесь все-таки исследовать пути, которым я описал немного раньше. But being aware of it, probably that's maturity. Но как только вы осознаете то, что вы должны быть дружелюбными, это вы становитесь зрелыми. All right. Any other question? Yes. Thanks so much for the excellent music you are playing. Thank you. I appreciate it. How come that you said earlier that French
You understand that French people don't speak a very good English? Oh, I'm different. So how come that you are, your English is brilliant? Francuzi. How come that your English is American? Oh. And then secondly, est-ce que vous pouvez dire quelques mots en français pour me faire croire que vous êtes en français? I didn't get the second part. It was in Russian? It was in French. It was in French. I'm sorry. Say that again, sorry. Okay. My French is not perfect, I'll try. No, go ahead, my Russian sucks, so no problem. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots en français? Of course I can. Pour nous faire croire que vous êtes en français. Okay, I got that. Did you get this? No, I just got it. It just asked me if I can speak a little bit of French, so just to show that I am French because I sound so American. Первый вопрос состоит в том, обычно французы очень плохо говорят на английском языке, как получилось, что вы говорите очень хорошо, как получилось, что вы говорите на американском акценте английского языка. И второй вопрос, пожалуйста, не могли бы вы поговорить по-французски, чтобы мы слышали, что вы все-таки его знаете. So first of all, because the question was how do you speak that good English? I'm spending 6 months a year speaking English because I'm working with an English company called Laney, and I'm traveling all over the world, and in most countries I have to speak English. Первый вопрос, ответ на первый вопрос заключается в том, что 6 месяцев в год я вынужден разговаривать по-английски, потому что я работаю с английской компанией Laney. Вот, собственно, и весь ответ. Мне приходится говорить на английском, поэтому у меня хороший английский. And now be ready for some French words. И теперь приготовьтесь к нескольким французским словам. So French people are known to be very romantic, glamorous, and sexy, right? Французские люди известны как очень романтичные, гламурные, сексуальные. So that's how I'm gonna be right now. Я сейчас буду именно таким. Je n'attends qu'une chose, c'est que nous soyons rentrés à l'hôtel tous les deux et que je puisse sentir ta peau douce et satinée contre la mienne et que nous faisions l'amour comme des bêtes dans cette magnifique ville de Minsk. I won't translate that, right? So I just said we have a great football team and we're gonna win the World Cup. Я сказал, что мы очень хорошая футбольная команда, и мы выиграем Кубок мира. No, that's not what I said. Whatever. Нет, это не то, что я сказал, но неважно. It's supposed to be a penalty code joke here. Да, здесь нужна табличка шутка. So, there was a question over there. Oh, two questions from the guy away from here. Yep. I didn't get that. David Winsor. I don't even know who that guy is. David who? David Winsor. Ah, David Vincent. Oh my God. I can't remember it, to be honest. That's all I remember from that song. I think the last time I played it was like 12 years ago or something. Это все, что я помню из этой песни, потому что последний раз я играла 12 лет назад. I can do. David Vincent on a mouth. I don't even remember the words. Sorry, I can't play that song anymore. Извините, я не могу эту песню дальше играть, потому что я не помню даже слова. I should be ashamed. I can't even play my own songs. I'm sorry. Мне стыдно, но such a long time ago. Это было так давно. I think there was a second question over there. Я думаю, там еще один вопрос был. No? Don't be shy. Будьте скромными. The what, sorry? Dancing shoes. Dancing shoes. Nancy and Joe. Nancy and Joe. Wow. You're asking tough questions. This is very old stuff. And that's all I got from that song. One more time, don't be back late. The kind of things Nancy really hates. And he sure will give no reason. Sounds like a big treason. You know,
It all started a few months ago, but there's one thing she just don't know. She believes what her friends say, the cat is on a new prey, and then what comes next? But if she only knew what's going on, oh no, and if she only knew what's going on for real, she wouldn't believe in that terrible thrill. Thank you very much for your help, but I can't remember the words. I definitely would have to practice this. If I'm coming back to Minsk, I will practice those songs. I promise. You are the witnesses. I will practice those songs and we'll play them. Вы свидетель. Я обещаю, что если я когда-то еще вернусь в Минск, я обязательно попрактикую эту песню и сыграю вам. That's a promise. I can speak. So the man with the pajama hadn't a question. Not a question. Пижаме снова хочет задать вопрос. So you've been using the volume pedal a lot. Yep. So can you give an advice using that, or do you prefer using the pedal or the volume button? No, actually, well, if you want to translate. Вы пользуетесь очень часто педалью. Можете ли вы дать совет насчет того, использовать ли педаль либо какое-то другое оборудование? Actually, it's a different use. It happened by accident that one day I forgot my foot switch on my amp, and I'm just using one channel. Однажды просто это случилось, это было случайно. Я забыл переключатель, и я мог использовать только один канал на усилителе. So that very one night, I had to do everything with the volume knob of the guitar. В тот самый вечер я должен был использовать только ручку, которая была на гитаре. But actually, I found that very interesting because I didn't have to dance with my feet to, you know, step on pedals. Но тогда для меня это было очень интересно, потому что я не мог танцевать на сцене, мне не приходилось наступать на педаль. But at the same time, it was a little embarrassing because I had to do everything with one hand. Но в то же время для меня это было очень трудно, потому что мне приходилось все делать с одной и той же рукой. So I came to the conclusion that if I wanted to set my feet and my hand free. Поэтому я пришел к выводу, что если я хочу освободить мою руку и мои ноги, I could replace the use of the volume knob by just, you know, stepping on and in with my foot, which is not something difficult to do. It's just, you know, like when you're driving your car and you want to accelerate and brake. В этом случае вместо ручки на гитаре я могу использовать педаль. So for example, the very cool thing is that I can do some kind of a crescendo of distortion. Поэтому очень клево то, что я могу сделать крещендо искажений. Something you can't do with your right hand when you're playing. Если вы используете руку и ручку на гитаре, то вы не сможете этого сделать. And so now I only use my volume knob just to achieve a clean sound. Поэтому сейчас я использую ручку только для того, чтобы добиться более чистого звука. That's it. But at the end of the day, we still have this. So it makes it easy. Мне становится проще, если я использую педаль, поэтому я так и делаю. That's it? A song? A question! I'm gonna ask someone else's question, because I'm tall and loud, people started to ask me to ask you questions. Alright, that's a complicated story. Go ahead. Can you tell us about your hometown? What do you like, and why should we visit it? Расскажите нам, пожалуйста, о своем родном городе и почему мы должны туда поехать. Okay, hold on a second. Just tuning first. My city. Мой город. Is the most beautiful city in the world. Самый красивый город в мире. There are lakes. It's cold in winter with snow. It's warm in summer.
тепло летом. And there are beautiful people. И очень хорошие люди. You wouldn't want to live in another place. Вы не хотели бы переезжать в другое место, если бы жили там. No, actually, that's the place where I was born, and I love it. Actually, that's one of the nicest spots I've seen in my life. Of course, it's my hometown. It's where I was born, and you know, my roots are over there. So, это правда одно из лучших мест, которые я видел в своей жизни, и, конечно, частично это говорю, потому что я там родился, и мои корни идут именно оттуда. But I know some people have a different vision and version of that city. Но я знаю, что некоторые люди не любят этот город. Because Elodie's from Marseille in the south of France, and of course for her Marseille is the most beautiful city in the world. Потому что Elodie из Марселя, и для неё Марсель самый красивый город на земле. Which is not far from being true, right after Annecy, which is my hometown. Что является почти правдой, и Марсель занимает второе место после родного города Кристоф. Excuse me. Excuse me, children. I've been a little rude for a second. Я на секунду был очень груб. Sorry? No, this is me. Это все пиво. Нет, это все я. So I'm going to play now a very, 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 very old song. Who is more than 20 year old here? Сейчас я сыграю очень-очень старую песню. Кому больше 20 здесь? Okay, so there are very young people. So that song has been composed 21 years ago. Эта песня была сочинена 21 год назад. It was my trio's very first song when we decided to make a band together. Это одна из наших первых песен в моей группе. And there is not one clinic or one concert where I don't play that song. И на каждом своем концерте, на каждом мастер-классе я играю эту песню. Because to me it's the sum up of all the things I like in music. Потому что для меня это смесь всего того, что мне нравится в музыке. So it's called The Tale of Thibaut. Si tu veux la tuer, tu peux arriver. Ça fait deux fois qu'elle me branche. I got a tune quickly. I am tuned. It's a ballad, I'm sorry. It's a very mellow, quiet song. Thank you.
much. Dankeschön. Grazie mille. Gracias. Спасибо. Sorry? It's in Belarus. Oh, say again. Дякую. 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 It's funny because куй in French means bollocks. Дякую. It's cool. You just tell me if you want me to stop, I can stop. If you want to play another song, I can play another song. If you want me to stop, I can stop. If you want to play another song, I can play another song. If you want to stop, I can stop it. If you want me to play another song, well, I'm going to play another song. Come on, stop, I just stop it. Okay, maybe I can play one last song just to say goodbye to the people. You're okay if I'm playing one last song? It sounds like a cemetery, you know. Do you want me to play one last song? So, let me try to hold this. You barbarians from the east, do you want me to play another song? Yeah! That's the way I like it. Thank you very much. So, I'm gonna play you a song that is very tricky, but I love it. I don't know whether you remember, it was really fashionable, like maybe 5 years ago, to have a MySpace page. I don't know whether you had that in Belarus, MySpace.com. You remember that for Belarus? Несколько лет назад, да, я сыграю достаточно сложную, необычную песню. Вы помните, может, лет 5 назад был такой очень популярный сайт MySpace. And nowadays it's very fashionable to have a Facebook page, right? Было очень модно раньше тоже иметь страницу на Фейсбуке. By the way, if you want to come and like me, I'm Christophe Godin on Facebook, so you can just click like, and that'll make a lot more people Если like me. Если вы хотите мне поставить лайк, вы можете зайти на Facebook, найти мою страницу и сделать это, и поделиться со своими друзьями, чтобы еще больше людей поставили мне лайки. But whatever, the thing is, the next song is got a, it's called My Space Book. Но не важно, потому что следующая песня называется My Space Book.
very, 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 very much. Thank you, Nastya, for translating all night. Thank you, Slava, for organizing everything. Thank you, Oleg, for bringing all these lady amps on stage. And thank you, Gleb, right? Gleb! Okay, thank you, Gleb, very much for the sound engineering. It's been a pleasure. And thank you, all of you, for your fine questions. I just had the best of time. Thank you so much. Это был и есть великий ужасный Кристоф Годин.